Да, тут строят. Всем привет, привет из Ялты. Мы поселились, как я уже писал, в Щербака 13Б. Здесь у нас эксплуатируемая крыша. Ну, как? Можно выйти на крышу, посидеть, попить кока-колу, винца в бутылке из-под Шишкинского леса, посмотреть на горы. Сегодня погодка пасмурная, немножко затянула облаками. Но зато нету этого знойной, утоляющей жары. Можно посидеть спокойно. Слышите, какая тишина? Сейчас я замолчу только. Ну, кто-то еще чирикает. Вид на гору. Вот туда, там Айпетри. Ну, немножко мы Айпетри не видим. Но мы видим другие горы. Ялтинские. В общем, так. Чуть-чуть душновато, но сидеть довольно комфортно. В общем, так.